Доброе утречко, дорогие мои всем. Доброе утречко. Сегодня у нас четверг, 15 октября. Времени у нас 20 минут восьмого. Проснулась. Сегодня такой запах чувствую на кухне. Ой, такой запах. Чувствую, Палыч там кухарит у меня на кухне. Кухарит, кочегарит. Проснулась, не могу. Пришла. Он уже борщица у меня с утра наварил. Ой, такие ароматы, ребята, не передать. Это просто что-то с чем-то. Я прям сейчас с утра поем супчику. Прям хочу. Теперь вот он... ходит, бродит, как бы это самое, встает тоже рано, и теперь готовка на нем. Кончилась дача, слава тебе, Господи. Ну, там мы вместе готовили, он всегда мне помогает, всегда. Он всегда картошку начистит, морковку натрет, всегда он помогает. И мясо разделает, там разрубит, перерубит, все, только заложи. А дома, конечно, готовит у меня, особенно супы готовит он. Готовит он очень вкусно. Просто я проснулась, и такие ароматы. Думаю, ну все, опять началась у меня лафа. Началась у меня райская жизнь. Дача закончилась. Вот, и прямо с утра, я поем. Ребята, это так вкусно. Сметанка у меня куплена. Зеленушки он побросал, не забыл. Мы вчера привезли свежего укропчику, да? Забыл, наверное, только положить петрушки. Ну, можно прямо свежий покрошить тарелку. Вот. Погода у нас сегодня, ребята, погода дрянь. Ой, прямо не могу, сейчас я поем. Погода, дождь на улице. Вчера мы съездили, колеса отвезли. Ах, тут не уронить. Банки-то у меня все стоят. Выдержку прошли. Баночки мои, выставила их из холодильника. Так вот по очереди достаю, чтобы освободить холодильник, да. Вот, они стоят у меня здесь, правда, с приоткрытым окном. Смотрю, чтобы не помутнели. Думаю, если что-то помутнеет, или в холодильнике придется хранить, или там... Вот, как бы они у меня пока стоят, это одна часть вынута, там еще, наверное, два раза постольку, если не больше, вытащить, вот, поэтому их надо будет уже убрать, можно просто положить уже, убрать в шкаф, поставить, и вот подмойку я там убираю, ой, что-то у меня с утра погода сегодня шепчет, дождище на улице, о, техника работает. Дождище, сырище, мокрище. Все уже осень, глубокая осень. Глубокая осень уже. Погода шепчет. Вот. Ну ладно, буду завтракать супчиком. Всем приятного аппетита. Кто ушел, ну еще я сейчас положу в тарелочку. И в тарелочке еще хочу. Вот, ребята, сажусь я завтракать. Вот такая красота. Ой, слюна течет. Прямо. Ой, прям слов нет. Прям нет слов. Сажусь, буду завтракать. Вот такой сегодня у меня завтрак. Шикарный. Зеленушечка тут у меня, укропчики, петрушечка свеженькая. Хлебушек. Старосельский, да? Два кусочка. Может, не съем, конечно, два. Вот. Головочка, зубчик чесноку. Зубчик, не головочка, зубчик. И вот борщик со сметанкой. Сметанку мы берем вологодскую. Вот такую сметанку мы берем. Вот такую мы берем сметанку. 15%. Вкусная очень сметанка. Вот такую сметанку. Любим, берем. Так что вот такое у меня 8 утра. Потому что я вот было время, когда я снимала, было время 15-20 минут. Но мне тут свои надо было принять утренний допинг, который там вот дается мне полчаса. И вот как раз у меня подходит время. Все, время завтрака. Буду сейчас принимать трапезу. Всем, кто завтракает, обедает или ужинает, независимо от времени суток, приятного аппетита желаю. А почему одна завтракаю? Потому что Палыч спит. Он чайку попил с утречка, супчик приготовил. Вот. А если бы он не спал, я бы его совратила обязательно. Поесть. Он говорит, вот лишний раз ты меня тоже совращаешь, я бы лишний раз не поел, я бы его совратила на такую вкусняху.
Вот, поэтому я сегодня буду завтракать в одиночестве, потому что он либо встал рано, что он уже к 7 часам, у него уже суп был готов, да, вот, и лег отдыхать. Храпывает там в спальне. Вот, я сажусь. Вот, я тут уже на столе. Надо мне... В комнате у меня, конечно, есть там, скажем так, столик журнальный, можно туда перебраться, там и лампы настольные, все есть. А что-то все на кухне, тут телевизор, ну в комнате в той тоже есть большой телевизор. У меня такой завал, конечно. Монтирую тут, сижу, но сейчас когда в кучку так все спихнула, сдвинула, всякое тут у меня. Ой, ладно, ребята, все, не могу. И схожу слюной. Все, всем приятного, приятного. Приятного аппетита и приятного просмотра. Покрошила чесночок, посыпала все зеленушечкой. Вот. И все, приступаю к трапезе. Такая красота. Сейчас попробуем, как это вкусно. Петрушечка. Ребята, это что-то с чем-то. Это непередаваемо. Такая вкуснота. Просто слов нет. Просто нет слов. Как это вкусно. Палыч меня балует. Очень вкусно. Ну, очень вкусно. Ой. Еще раз всем приятного аппетита. Отключаюсь и буду получать удовольствие. Сегодня в планах у меня заняться домашними делами. Я никак еще не могу перестроиться после дачи, как мы приехали. Я еще никак перестроиться не могу. Все еще вот как-то шатай, болтай. Ни шатка, ни валка, короче. А Палыч сегодня варил супчик, в кладовку полез за картошкой, говорит, под картошкой, говорит, лужа воды. Вода, вот надо посмотреть, еще я не добралась до туда. Видимо, опять кабачки у меня уже, все, кабачки там привезены уже, как еще, наверное, когда в сентябре, наверное, привезены кабачки-то. Вот, и они имеют такое свойство, они ничем не пахнут, они просто превращаются в воду, и все. В этом году не вонясь, какой был урожай кабачков. Вот. И, скорее всего, что они там, наверное, поплыли у меня, превратились в воду, потому что я тут планировала их груз делать. Немного кабачков сегает, конечно, у меня. Вот. Сейчас почикаю пока зеленушечку. Зеленушечку вчера привезли немножко на салатик. Сейчас почикаю вот сюда в вакуумную штучку. У меня такая вот под вакуумку закрывается. Почикаю и бросать везде там, добавлять супчик. Надо еще порезать зеленушку, я не вкусняла. Еще укроп остался и есть и петрушка. Сейчас вот все почикаю. А потом займусь в кладовке делами. Посмотрю, что там у меня творится. Надо георгины в коробку положить. Вчера коробку взяла из-под дисков. Положить георгины. Поставить там землю, поставить под рассаду. У меня взята земля из теплицы. Ну, это на весну, потому что нам потом не проехать будет на дачу зимой. Землю взять. Конечно, я еще покупаю. Когда семена высаживаю, покупаю. Когда уже рассаживаю, пикирую. Когда уже, тогда в землю из теплицы. Вот так что сегодня буду заниматься домашними делами. На улице дождь, никуда сегодня не пойдем, не поедем. И надо уже как-то втягиваться уже в другую размеренную домашнюю жизнь. Как-то надо уже втягиваться. Укропчик порезала. Сейчас петрушечку порежу. Измельчу ее. Все перемешаю. Еще раньше-то и лук зеленый, если ездить сюда все в зелень, под вакуумку закрываешь. Только потом бросай во все блюда. Свеженько он долго хранится под вакуумкой. Все измельчу, измельчу. Вот такая мисочка у меня получилась, емкость вот такая, петрушечки с укропчиком,
Сейчас под вакуумку закрою ее под крышку. Воздух беру. Она у меня тут желтенькая вот попалась. Ну, ничего страшного. Арина. Хоть салатик, хоть супик, хоть куда. Вот как-то так. Я убираю в холодильник. Короче, ребята, залезла в кладовку, где Палыч мне говорил, что вода. Да, кабачки тут все растаяли. Не все, конечно, частично превратились. Ашу-малашу. Хороший кабачок. Потом все серьезно, все перематывать. Видите, все уже просто мокро. А перематывать его будет. Вот надо просто перемотать. Сырая газета. Хорошая, ничего не сделалось. Ой, на полдня тут мне, короче, сегодня работы на полдня. Ну, а тоже хороший кабачок. Газетку надо выбросить. А вот тут. Я вас умоляю. Все. Это что притворил где-то? Все. Ну, тут, наверное. Вот. Вот. Каша-малаша. Все. Да уйди ты. Смотрите, что творится. Вода. Пару кабачков здесь превратились в кашу-малашу. Потому что как привезли мы с дачи, положили сюда, так я не заглядывала. Вот, сейчас я их, конечно, выброшу. Осталось их. Вот. Вот. И вода под ними. И что? Капают вы теперь. Так, тазик мне. Опа. Да. Ну, ладно. Буду разгребаться, выкидывать надо. Вот в другом пакете. Тут все замечательно. Кабачки вот. Большущий пакет тут у меня, не знаю даже сколько тут штук. Кабачков-то съедет немного. В том пакете, видимо, поздние были 4 кабачка. Вот. А вот ранние. Что тут? Ну как голубчики лежат тут. Ну, все замечательно, все прекрасно. Газетку заворачиваю их. И они пакетики вот. Лежат вот. Все замечательно, все прекрасно. Ну ладно, без этого тоже не бывает. Что делаешь? Вожу порядок, мою полы. Гошку сдвинула с места, сбила. Ой, ищет базу, мальчик мой. Сдвинула его с места. Ой, не попал, мой хороший. Давай. О, попал. Сбила его тряпкой. Это дело. Он пошалел, сказал, что это, ничего, меня не отправляли никуда, что-то сдернули, непонятно, что за что, почем. Нашел базу, молодец. Представляете, просто сказка. Мою полы, да, навожу в порядке. Втянула сегодня. В режим втягиваюсь в домашний, да. И вымываю из-под стола карточку. Карточку, да, которую мы потеряли полгода, наверное, назад, да, или месяцев, может быть, 7, да. Я ведь не первый день, то есть не первый раз полы-то ведь мою, да? И под, там всегда мою, и Гошка там всегда бродит, ходит. Вот, ну не под столом, вот под мебелью, да? Под мебелью. И этот бродит, ну ему, конечно, карточку не засосать, не вытащить. Но я-то ведь мою постоянно, я мою, вот, постоянно мою лентяйкой полы. Вымываю никогда, чтобы мы потеряли. Я ходила в магазин, и все, и вдруг карточка, спохватились эту карточку. Ну что, новую, конечно, сделали карточку. Все, ну потеряли, ну где мы, как она туда могла попасть, я вообще не понимаю, это как туда карточка могла попасть, если положить ее даже вот на стол где-то здесь, да, то завалиться тут, я не знаю, нигде провалиться здесь нет возможности. Представляете, через столько времени, да, карточка, хлопья такая, ничего не поняла, говорю, ты не клал карточку на стол, ну она такая же мир, у него и такая была Серегина карточка-то, вот я говорю, ты не клал карточку. Под столом оказалось. Посмотрела, нет, карточка, посмотрела у него на месте. В общем, вот такие мультики творятся в нашем доме. Да, и ладно бы я раз в пятилетку мыла бы полы. Да, выгребала бы я кухню-то скоблю через день, да каждый день. Кухню-то протираешь через день, да каждый день ведь.
И никогда там, где это вообще сказка. Ну, она, конечно, не нужна, теперь надо выпустить, она новая сделана. Да, интересное кино. Oh.